Ребята и девчата, привет. Сегодня у меня херб. Посылка очень большая. Коробка такая прям огроменная. А вес-то всего лишь у меня здесь 3300. В этот раз мне доставил ее Сберлогистика. Посылка на достаточно большую сумму, на 5184. И здесь в основном опять еда. Ну, то есть у меня уже вот, наверное, третий или четвертый заказ подряд идет только прерогатива именно еда, потому что мы стараемся сейчас вот прям, цель у меня такая, переходить на максимум органики, чтобы все было полезно, чтобы Кирюша кушал все хорошее, ну и, соответственно, чтобы и у всех остальных членов семьи было как можно более такое чистое, хорошее питание. У меня здесь тонна, похоже, бумаги. Да, вот у меня огромное количество бумаги здесь. И должно быть у меня здесь 11 товаров. Сейчас я их хочу посмотреть, и потом уже вам буду все это показывать. Здесь кроме двух витаминов, здесь все остальное еда. Так что, ну, я думаю, это многим будет интересно, многим хозяйкам, да, потому что все это органика, все это хорошего качества, и все мы должны питаться получше. Значит, первое, что я взяла, и это уже второй раз я беру, но, если честно, как что-то мне немножечко другая была упаковка. От фирмы Nutiva, вот она, эта фирма Nutiva, это кокосовый сахар. И здесь тоже должно быть, да, 454 грамма. Но реально предыдущая, вот я показывала, тоже кокосовый сахар, но он как-то чуть-чуть по-другому выглядел. Кириллу в основном уже делают только вот этот сахар, куда-то в сахар, в чай, компот варить или чуть-чуть в овсянку добавить или еще куда-то. Бывает, уже и себе добавляю, потому что этот сахар намного лучше, чем тот, который мы покупаем в магазине. Ну, конечно, он и в огромное количество раз дороже, да, но, в общем, взяла. И вот эта посылка, она была, в принципе... В общем, у меня только здесь два товара пошло с 10% скидкой. Все остальное у меня пошло по обычной цене. В общем, 454 грамма стоил 401 рубль. Теперь, вот это, ну как, вот я набрала вот этого, не дождавшись, когда Кирилл увидит реакцию на, вот у нас есть предыдущие еще недоеденные. Ну так, как бы, то нравится, то не нравится, то возьмет, то не возьмет. Я взяла опять вкус яблоко и капуста, да, брокколи, а вот это банан и тыква. И здесь очень хороший состав. Витамин D, железо, витамин С, витамин В12, холин, кальций, витамин Е, витамин В6, цинк. Но, если честно, прям, наверное, это деткам помладше, что вот когда они еще не попробовали всю нашу современную еду, пока они еще не имеют своего такого ярко выраженного мнения, да, и чтобы вот на первые прикормы. В общем, вот так вот выглядят вот эти колечки, такие вот небольшие. Ну, я думаю, мы, конечно, съедим это, но без такого не сильного энтузиазма у него, конечно, это кушать. И, значит, вот каждая упаковка вот этого вот стоила 266 рублей. Что у меня тут такое завернутое в пупырку? Я уже даже забыла. А, это омега. Значит, Кирилл у меня пьет омегу на постоянной основе, в жидком виде, в капсулах он никак не хочет. Никакие жевательные таблетки, жевательные вот эти жевательные капсулы, пока он у меня это не принимает. Даже две пупырки. Вот одна пупырка, потом еще и вот такая прозрачная. Так, ну я надеюсь, в этот раз у меня все нормально с этой бутылочкой, потому что в прошлый раз... Да, вообще все замечательно. Значит, Nordic Naturals. Очень хорошая жидкая омега. Здесь очень хорошая концентрация ЕПА и ДХА. ЕПА здесь 170 миллиграмм, ДХА здесь 255 миллиграмм. А все вместе получается омеги 530 миллиграмм. Это реально очень хорошая бутылочка. Мы когда-то раньше покупали по 119 миллилитров, она вот такая, да, и вот получается намного больше, в два раза больше. Со вкусом клубники, возраст 1-6 лет. И, значит, вот эта омега стоила 1910. Но вот эта 1910, ребят, вот на самом деле ее хватает
ну, минимум на 3 месяца, и это очень хорошая очищенная омега, да, то есть как бы, ну. Ну, в общем, я ссылки, естественно, на все товары оставляю, кому что интересно, переходите на сайт, смотрите, да, и решаете, надо вам или нет вот этот вот товар. Дальше еда. Значит, это всем известный ям-йерт. А, ну и вот что, я не сказала это... У нас сейчас у Кирилла безглютеновая диета. И вот эта вот штучка, это глютен-фри, да? И вся еда, которую я набираю, в основном она вся глютен-фри. Ну, а если такое что-то, что Кириллу нельзя, то есть я, в принципе, уже теперь Диме говорю, Дим, пожалуйста, там, попей чай, пока Кирилл спит, да? Или вот как-то, ну, теперь хитрим, лавируем, бывает... Специально Дима там кушает что-то на кухне, так, чтобы Кирилл не увидел. Ну, то есть теперь приходится прям очень все плотно думать в плане еды. Вот это тоже глютен-фри. В этот раз, конечно, немножечко решила сэкономить. Все предыдущие разы показывала леденцы на палочке, да, и там, соответственно, можно было выбирать, какой вкус ты хочешь. Манго или арбуз или еще что-то. А в этот раз вот я взяла вот такие конфетки, они без палочки, они за, ну, каждую в индивидуальную упаковку, да, вот такую вот фольгу. Но... Здесь вкус не разберешь какой, потому что, то есть вот, здесь вот сразу идет два цвета. То есть они просто фруктовые, здесь есть вкусы, да, но они реально намешанные. Ну, здесь вот как бы указано, раз, два, три, четыре, пять, шесть вкусов. Вот, ну, здесь реально идет сразу несколько вкусов одной конфете. И, конечно, вот этим пакетом получается выгоднее, чем леденцы на палочке. Леденцы на палочке стоят так 650 уже. И там 50 леденцов. А вот эти стоят 559, 560, короче. 560, но здесь вот реально чуть ли не 100 конфеток. Вот я тогда покупала, брала, считала. Ну, реально они намного выгоднее получаются. Теперь опять еда. Ну, это, конечно, я не читала глютен-фри, но я это хочу Диме. Я, в общем, прислушалась там к одной моей подписчице. Мне писали, что я от этого бренда всегда брала сушеные бананы. Я их не перестаю любить, они мне нравятся. Но я так решила, что, да, вот этот пакет, я, конечно, когда покупаю, у меня Дима вообще вот прям то хочу овсянку, то не хочу. Вот прям вот так вот, да. И когда не хочу, мне надо распаривать ему изюм. А я что-то уже теперь изюм с магазина не особо-то и хочу покупать. Непонятно, чем он обработанный, непонятно, как он хранился и так далее. Я думаю, вот этого пакета, конечно, мне хватит очень надолго. Это органическая сушеная клюква. Очень сильно хочу попробовать. Я хочу это добавлять в кашу. Блин, это нереально вкусно. Это очень вкусно. 488 рублей стоил этот пакет. Но я думаю, если мы вот так вот будем добавлять в кашу, это хватит надолго. Это очень вкусно. Вот это уже открывать не буду, потому что это много раз у нас было на канале. Это не глютен-фри, это обычное. То есть Кирюше я это давать не буду. Но это все равно намного более качественное, чем в магазине, которые продаются сухарики, там и вся вот эта остальная фигня, которую наша молодежь любит кушать, да, особенно вот дети идут после школы. У нас там рядом есть фикс-прайс, вот они заходят в этот фикс-прайс и набирают какой-то фигни. Вот, а Дима, она знает, что у Димы есть что-то вкусненькое дома. Значит, Now Foods, чесночные палочки, вот они стоили 297, а со скидкой они были 267. Но я их уже очень много раз показывала. Это чесночные палочки с кунжутом. Ну, здесь опять все логотипы, что это но ГМО. Но это, я насколько понимаю, что это на пшеничной муке. Поэтому Кирюша это кушать у меня не будет. И теперь у меня еще 4 товара вам надо рассказать. Вот это новое. Ой, какой маленький вес. Ой, какой маленький вес. Вот это глютен-фри. Блин, мне кажется, что это они сегодня у меня съедят. Не помню, у кого видела, много у кого реально видела и вот эти морские водоросли. Ну, как, это как снэк, да, хрустящие морские водоросли. Но и когда смотрела тоже раздел «Еда без глютена», я тоже их там встречала, я знаю, что их, у них бывает несколько разных вкусов. Так, даже не помню. Да, они мне пошли со скидкой. Обычная цена 205. Со скидкой 185. Так, я сейчас одну съем и все. И, в общем, они у меня идут морские водоросли с кунжутом. Вот так вот выглядят вот эти вот, как бы, скажем так, вот эти пластиночки.
Вкусно очень. Ну, Дима не будет, Кирилл будет. Вообще изначально, чтобы у Кирилла было разное разнообразие какого-то... Теперь не печеньки с магазина, да, не какие-то там бублики, сухарики, а органика. Очень вкусно. Так, еда еще одна. Ну, опять, открывать никак не буду, потому что тут бутылка, даже не знаю, под этой крышкой есть пломба какая-то или нет, но вот тут есть одна внешняя пломба. Но вот единственное, что я только не знала, это... Не стекло, пластмасса. Бренд первый раз такой пробовал. Короче, это органический яблочный уксус с маткой. Хочу вот реально, чтобы у меня максимум органики был на кухне. Вот прям максимум, да, если я делаю какие-нибудь оладушки, чтобы я хороший уксус туда добавляла, чтобы я хорошую соду туда добавляла, чтобы у меня была по возможности намного более качественная мука. Но теперь уже мы просто не вставили, у меня был влог, и я покупаю уже теперь безглютеновую муку. В принципе, нормально, Кирюша кушал оладушки, да, все ему нравится. То есть у меня теперь идет в какую-то выпечку кокосовый сахар, хороший уксус, хорошая сода и так далее. Потому что, ну, вот как бы надо нам теперь заниматься вот этим всем вопросом. Органический уксус стоил 361 рубль. Но я думаю, мне надолго хватит этой бутылки, потому что сейчас вот теперь мы на даче больше. Я вот даже не знаю. Я как говорила так же, как про аттитюд, хочется теперь и дома его поставить, и на дачу взять. И теперь вот это все. Хочется и дома, чтобы это было, хочется, чтобы и на даче это было, потому что здесь у меня тоже есть мультиварка, и здесь я, в принципе, прошлым летом достаточно много готовила. Теперь еще вот это быстро покажу. Витамин С, всем известным, 100 раз, вы, по-моему, уже все его покупали. Обычно здесь стандартная капсула, вот эта штучка была в пробниках, она мне пошла очень сильно дешево. Я хочу, чтобы просто, наверное, это уже на осень будет нам стоять, потому что осенью опять начнутся у нас все сопли и вся остальная фигня. California Gold Nutrition, витамин С 1000 миллиграмм, 60 веганских капсул. Обычная цена 402 рубля, мне он пошел за 76, потому что в пробниках стоял. И теперь вот это набираю впрок, потому что пока была супер акция, я понимаю, что здесь срок годности такой, до января 24 года, что Кирилл у меня пьет D3, именно в каплях, в основном даю по 3 капельки в день, потому что в одной капле здесь 400 условных единиц. 1200 Диме Кириллу спокойно можно, но мы вот-вот сейчас дадим анализы Кириллу и будем сдавать в том числе D3. Я посмотрю, какая у него цифра по D3, и, может быть, даже надо будет увеличивать потом дозировку. Но хочу, чтобы у него в запасе было несколько штук. Уже тоже раза два, по-моему, показывала. То есть вот здесь вот коробочка никак ничем не обтянута. Потом вот здесь вот, значит, открывается вот так вот. Вот так вот здесь стоит маленький-маленький бутылечек. И сейчас покажу тот, который мы сейчас пьем. Вот он. Значит, здесь идет всего 10 миллилитров, но реально по 2-3 капли вам его хватит надолго. И, значит, обычно эта цена, по-моему, 500 с чем-то. Вот это, 643. Вот это обычная цена. А в суперакциях он сейчас стоял за 402. И вот здесь вот, то есть как бы... Здесь, по-моему, тоже ничем не было не обтянуто, то есть просто здесь была крепко пломба, да, ну, как бы срываешь ее, и тут вот такой вот стоит дозатор, да, вот, и ты им отсчитываешь 2-3 капли, ну, сколько тебе надо, да, то есть как бы если прям совсем малыши, да, которые до года, да, младенцы, там вроде бы считается 1000 миллиграмм. Смотрите, да, какие у вас анализы, как вам надо срочно поднимать D3 или просто в виде профилактики. В общем, по крайней мере, взяла я вот такой вот D3 нам в запас для Кирилла. Вот, ну, все, проговорила вам всю посылку. Да, большая посылка, и следующая у меня тоже идет еда в основном. Я сейчас делаю только на это упор. Хочется, конечно, там что-то себе из косметики взять, хочется какой-нибудь себе тоник взять, да, надо много чего, но прерогатива у меня идет, чтобы у меня семья питалась более качественно, более хорошими продуктами. Вот, ссылки на все оставим. Наверное, также будет временной диапазон по времени, да, то есть смотрите, если вам совершенно не надо смотреть про омегу, а интересная больше еда, там как бы будет навигация по времени. Ну, а если получилось у вас досмотреть видео до конца, вам огромное спасибо, опять жду ваши вопросы, всегда рада комментариям, всегда рада общению, ну и пока!